Еще две управляющие компании в скором времени присоединятся к единой диспетчерской службе ЖКХ. Заключение договоров самолет-сервиса «Пик-комфорт» намечено на март. Об этом местному порталу РИАМа сообщил глава округа Владимир Ружицкий. На сегодняшний день из 34 управляющих компаний округа 21 уже заключила соглашение с ЕДС ЖКХ. 5 организаций находятся в стадии подписания договоров, еще 6 ведутся переговоры. Сейчас на обслуживании единой диспетчерской службы ЖКХ находится 1771 дом Люберецкого округа. Это 84% от общего числа МКД. Охват управляющих компаний договорными отношениями чуть превышает 60%. Это негативно сказывается на работе с обращением жителей и в целом на обслуживании населения муниципалитета. Напомним, в ЕДС ЖКХ жители могут обратиться по вопросам электро-, водо- и теплоснабжения, по обслуживанию придомовой территории, с проблемами освещения подъездов и домов, а также за справочной информацией. В среднем за неделю в службу поступает около 7 тысяч звонков. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.